Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор кастрюли походной, объем 1,5 литра, выполнена из нержавейки от компании Новая Земля, модель SS010. Кастрюля у нас идет в таком удобном нейлоновом чехле. На молнии здесь есть удобная ручка для транспортировки. Ну и комплектация у нас, соответственно, идет с крышкой и сковородкой. Ручки у нас прирезиненные, не боится температуры, то есть они не оплавятся, складываются для компактного размера и закрывается. Вот заметьте, что крышка, она открывается не снаружи, наезжает, а вставляется внутрь, что максимально сократит жесткость именно вот этой самой кастрюльки, когда вы будете готовить на горелке или на костре, так как знаем, что температура там достаточно высокая. Ручка у нас удобно складывается на одну или на вторую сторону. Вот такой наборчик по размерам. Кастрюлька у нас, смотрим по внутреннему диаметру, 15,8, высота от края до края 9 сантиметров. Ну и соответственно у нас получается крышка сковородка у нас внутренняя 16, и высота 3,8 сантиметра. Если посмотреть в сборе, то общая высота у нас получается 12,5 сантиметров. Удобная кастрюлька, которая умещается в свой чехольчик на молнии. Вес кастрюльки 400 грамм. Понравилась кастрюлька, заказывайте у нас на сайте. Походные кастрюли из нержавейки от данного производителя у нас на сайте представлены в нескольких типоразмеров. Смотрите у нас на сайте, заказывайте. Понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений, рекомендую.